4, миллиметров. Или 1006. Гектопаскали. Тест. Архангельск. 1700. Москва. 2, 3. 1800. 2, 2. 4. 1800. Ветер. 0, 1, 0. Градус. 6 метров в секунду. Видимость. 6 километра. Слабый ливень. Облачность. Значительная. 3, 3, 0 метров. Облачность. Значительная. 4, 8, 0 метров. Временные изменения не будет. 2, 3, 1, 8, 0, 0. И 2, 4, 0, 6, 0, 0. Ветер 0, 2, 0. Градусов 6. Порывы до 1, 1 метров в секунду. Видимость 1000 метров. И градусность. Облачность. Значительная 1, 5, 0 метров. Облачность. Значительная 3, 3, 0 метров. Начало 2, 4, 0, 6, 0, 0. Ветер 3, 6, 0. Градусов 4 метра в секунду. Видимость 8 километров. Слабый ливневец над дождем. Облачность. Значительная 3, 4, 8, 0 метров. Временное изменение внизу. 2, 4, 0, 6, 0, 0. И 2, 4, 1, 2, 0, 0. Ветер 0, 2, 0. Градусов 7. Порывы до 1, 2 метра в секунду. Видимость 6 километров. Слабый ливневец над дождем. Облачность. Значительная 2, 1, 0 метров. Облачность. Значительное 3, 3, 0 метров. Метр. Мурманск. 1, 7, 0, 0. Ветер 1, 1, 0. Градусов 7 метров в секунду. Условия хорошие. Температура 8, условия. Короты. -6. Квинович. 1, 0, 1. Они тут плохие, а там? ВПП 1, 3. Вообще никаких условий. Покрытие более 50%. Менее 1 миллиметра. Коэффициент сцепления 0,7, 0. Без существенных изменений. Кьюти 7, 5, 5.